Пришла жена к мужу на свидание в тюрьму и спрашивает: «Ну как ты здесь?» Тот говорит: «Да, почти как дома. Еда невкусная, выходить никуда нельзя». Липтико. В магазине электротоваров. Дед Петлюха спрашивает: «У вас удлинитель есть?» Продавец говорит: «Нету». «А укоротитель?» Начал заниматься спортом, соблюдать режим, питаться нормально, бросил пить и курить, но сильнее не стал. Наверное, потому что я люблю очень врать. Липтико. Вот метро регулярно объявляют: запрещается бросать на рельсы разные предметы. Интересно, а что, одинаковые можно? Моя Матрёна ругает меня за то, что испортил ей весь отпуск. Как это может быть, если мы никуда не ездили, потому что я проиграл все деньги в карты? Липтико. Пенсионер приходит в магазин и говорит: «В прошлом месяце я купил колбаску за 80-90, и она в холодильнике до сих пор не портится, и даже вкус не потерял». Продавщица спрашивает: «А что может случиться с картонкой в холодильнике, дядя?» Липтико. Меня удивило, что в салате есть таракан. Еще больше меня испугало, что таракан в этом салате, столь живущее существо, сдохло. Прошу выслать рецепт для похудения. Только не нужен такой, который типа меньше жрать, больше заниматься спортом, а примерно такой: оторвать в полнолуние кусок пряди, положить под кровать и так далее. Есть совы, которые ложатся поздно и встают поздно. Есть журавли, которые ложатся рано и встают рано. А есть тятлы, которые журавлям мешают рано ложиться, а сов будет слишком рано. Липтико. Несется блондинка на скорости 240 км в час. Ее останавливает гаишник и спрашивает: «А куда мы торопимся? Пожалуйста, ваши документы?» Блондинка говорит: «А не покажу, они у меня фальшивые. Покажите, что у вас в кармане». Блондинка говорит: «Не покажу, там у меня наркотики. Вдруг рассыпется». Гаишник говорит: «Открывайте капот». «А нельзя открывать, там у меня мертвец лежит целую неделю уже. Слишком сильно вонять будет». Тот вызвал ОМОН. ОМОН приехал, выдернули блондинку из машины, поставили руками на капот. Все нормально, документы в порядке, наркотиков нет, капот пустой, багажник пустой. ОМОН его спрашивает: «Ты что, офигел, какие тут наркотики, какие трупы?» Блондинка говорит: «А вы больше ему верьте, он еще скажет, что я ездила со скоростью 240 км в час». Липтико. Учительница зоологии сидит, решает кроссворд. В это время заходит трудовик Петруха. Учительница спрашивает: «Петрович, подскажи вид клещей 9 букв». Петрович говорит: «Пассатижи». Подписываемся, кликаем на колокольчик. Если хотите почитать еще анекдоты, смотрите на ютубе, там внизу еще есть анекдоты.